Юлю сразу на сайт выкидываем. Нет. Ребенка чем кормите? А? Чем ребенка кормите? Грудью чем? И как, какая разница, а как он такой? И... Не ваше собачье дело. Что это за Что это? Что это? А что ты попросил? Я просил свидетельство о рождении. А это что? На ребенка свидетельство о рождении. Чего ради? Чего ради? Я тебе дам свидетельство о рождении на ребенка, если я бичевка, у меня нету никого. Если бы ты с опекой пришел, попросил бы. Ты вообще неграмотный мальчик. Лезет сюда, а? Опека нужна. И полномочия имею перед тем, как сюда заходить. Прописка. Понял? Прописка! Что вы кричите на меня? Да ты тупорылый, потому что я вообще неграмотный. Все увидели. Дальше, на ребенка. Слышь, а это тебя где-то видел? Да это крыса. Ты моего ребеночка маленького. Держу на счастье. Маленького ребеночка испугал. Он заикаться начал. Вот смотри, какой он маленький. Пузыри аж пошли у него. Да прыгать, тварь. Ты меня просто испугал. Тварь. Зашел и испугал. Ты подожди, ты не туда попал, короче. Давайте успокоимся. Нет, да все тебе. Да. Я не хочу скандалов. Я не хочу того, чтобы ты заходил ко мне в мою квартиру. Вы же меня пустили. Бабушка сейчас приедет, слышишь, бабушка в прокуратуре работает, знаешь где? Нет. А тебе не надо. А сын в Москве у меня на чемпионате мира по футболу. Футболист, но